от пациента. Летом 2019 года, играя в мини-футбол, подвернул колено. МРТ показало разрыв медиального мениска. Полтора года не играю, только ЛФК. В феврале 2021 сделал повторное обследование, произошли изменения. Интересует еще одно мнение. Консультативное заключение по МРТ коленного сустава пациента 36 лет. Дата исследования – 25 января 2021 года. Протокол обследования. На серии МР-томограмм левого коленного сустава получено изображение в сагитальной, коронарной и аксиальной проекциях. Деструктивные изменения в надколеннике, в дистальном отделе бедренной кости и в проксимальных отделах малой и большеберцевой костей не определяются. Сухожилия четырехглавой мышцы бедра и собственная связка надколенника прослеживаются отчетливо, интенсивность сигнала от них не изменена. Суставные поверхности конгруентны. Суставная щель не сужена. Суставной хрящ не истончен. Конфигурация менисков представляется неизмененной. Разрыв заднего рога медиального мениска 3А степени, выявляется жидкость в незначительном количестве в полости сустава, за надколенником, в верхней сумке надколенника и вдоль обоих мыщелков. Жировая клетчатка ГОФа развита обычно. Ход крестообразных связок обычный, контуры задней крестообразной связки четкие, интенсивность сигнала от нее не изменена. Передняя крестообразная связка прослеживается на всем протяжении, не утолщена. Латеральная малоберцовая и большеберцовая связки прослеживаются на всем протяжении, не изменены. Окружающие мягкие ткани не изменены. Заключение. Частичный, почти полный, разрыв медиального мениска. Минимальный синовит. Врач, профессор Холин А.В., заведующий кафедрой лучевой диагностики СЗГМ у имени Е. Мечникова.